офисное МФУ с автоподатчиком и возможностью печати на нестандартных форматах бумаги. В этой распаковке расскажем про копировальное устройство Canon. Модель Image Runner 2425i. В комплекте с устройством прилагается фирменное программное обеспечение, инструкция и гарантийный талон. Корпус весит почти 40 кг, а по габаритам занимает 62 см в ширину, 69 в глубину и 61 см в высоту. Панель управления находится на вынесенном крыле с левой стороны. Она кнопочная и с сенсорным дисплеем диагональю 7 дюймов. Рядом разместился порт USB. С правого боку устройства выведен еще один разъем USB и порт Ethernet. В верхней части устройства находится лоток для документов с автоподатчиком, который рассчитан на 50 листов. Под крышкой с лотком расположен сканер. С левого бока внизу находится универсальный лоток. Он понадобится для печати на кальке и этикетках, а также тонкой, переработанной, цветной бумаге, конвертах и перфорированной бумаге. На фронтальной стороне находятся две кассеты для бумаги общим объемом 330 листов. Выходной лоток рассчитан на 250 листов. Теперь о возможностях устройства. Тут можно печатать документы в черно-белом режиме с максимальной скоростью 25 листов в минуту. Разрешение печати 600 на 600 точек на дюйм. Кроме того, есть двусторонняя автоматическая печать. Отправлять файлы на печать можно как с флеш-накопителя, так и через облачные сервисы. Копир работает со скоростью до 25 страниц в минуту. За один цикл возможно сделать до 10 тысяч копий. Сканер планшетный и позволяет снимать двусторонние цифровые копии со скоростью 12 изображений в минуту в черно-белом режиме и 8 в цветном. По итогу, этот копир от Canon – отличный вариант для офиса, чтобы быстро печатать и копировать документы. Есть функция сканирования документов в цвете. И даже факс. Управление удобное. К тому же есть возможность подключения внешних накопителей для прямой печати.